Приветствую, друзья! С вами Марина Майорова. И сегодня я хочу показать вам, как удалить свой YouTube-канал. Многие новички, например, они экспериментируют, создают целую кучу этих каналов, да, они у них такие заброшенные, и в итоге, когда они уже становятся матерыми, им хочется удалить эти лишние каналы. Или, например, у кого-то что-то не срослось, да, закрылся бизнес, и также они хотят удалить, да, свой канал и начать новый с чистого листа, как говорится. Ну, некоторые не знают, как это делать. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите, на что обратить в первую очередь надо внимание. То есть вы, когда заходите на свой канал, у вас вот такая кнопка есть «Творческая студия». А если вы создаете новый канал, да, ну там один ролик какой-то только внесли, он у вас еще не прокачан, то у вас будет вот такая кнопка «Творческая студия YouTube бета-версия». Почему я обращаю на это внимание? Потому что когда вы будете пользоваться моим роликом, да, то у кого вот такая кнопка, будет несоответствие, не сможете вы удалить канал. Как избавиться нам вот именно от этой кнопки? Изменить ее, да? То есть вы заходите, нажимаете на свою фотографию, аватарочку, да, нажимаете вот сюда «Творческая студия YouTube», попадаете вот на такое окно. Дальше нажимаете «Настройки», и вам надо вот эта новая версия бета поменять на классическую версию. И нажать «Сохранить». Так, и теперь смотрите, когда вы сейчас снова заходите на свой канал, у вас кнопочка должна поменяться. Вот, видите, «Творческая студия». Как нам удалить все-таки, да, вот ненужный канал, вот здесь вот один ролик, да. Опять заходите на свою аватарку, нажимаете «Творческая студия». Так. Угу. Дальше опять идем в аватар и нажимаем вот на эту шестереночку «Настройки». Так, зашли. Здесь нам надо расширенные настройки выбрать. Опускаемся ниже, и вот здесь кнопочка «Удалить канал». Нажимаем. Так, подтверждаем. И вот здесь, значит, два варианта. Или скрыть, да, свой канал, или удалить его навсегда. Вот нажимаем сюда на стрелочку, которая смотрит вниз. Здесь вот перечень, да, что будет удалено. Ставим галочку. Мы совсем согласны, хотим избавиться от него раз и навсегда. «Удалить мой контент». «Удалить». Так, сейчас. Чтобы продолжить, укажите название. Одним словом, вот название оно есть, да? Просто так же вот прям вручную не копируйте, а именно вручную пишите название вашего канала. И удалить. Все, удаление контента. То есть, так, сейчас выполняется, может занять это удаление до 2 дней. Ну, одним словом, вот так это все делается. Еще хочу что сказать, как вам надо вообще проверить ваши такие вот нулевые, да, как говорится, каналы. Вы когда нажимаете на свою аватарку, вот когда, если там, да, учились и много-много наделали, нажимаете вот наверху на свою аватарочку, на канале на основном, и нажимаете «Сменить аккаунт». Вот видите, у меня здесь еще один есть канал, то есть вы переходите там на другой канал, посмотрите, если он у вас нулевой, то его также удаляете. Вот. Кстати, если вам надо еще какой-то дополнительный канал, да, YouTube канал, то есть у вас один YouTube канал, там одна компания там или бизнес, да, и вам еще надо один открыть, например, там родственник, вы пользуетесь одним компьютером, да, у него тоже какой-то свой бизнес, то вы просто нажимаете «Добавить аккаунт», и вот так же, вот у меня сейчас 2, да, аккаунта, вот нажимаете «Добавить аккаунт», да, тоже там «Перейти», почта ваша, пароль, соответственно, забиваете. Так, что это тут по-английски-то? Сейчас. Готово, нажимаете, и все. Я не буду нажимать, потому что, ну, куда мне его, зачем, он мне не нужен. И у вас будет, как бы, новый канал, да, и вы там можете уже загружать свои какие-то ролики, продвигать и бизнес свой, да. Вот. И, кстати, да, вот, то есть вы выбрали, когда другой канал, сейчас загрузится.
и нажимаете «Мой канал», да, и вот сейчас я попадаю в другой свой канал, он у меня не раскрученный, так это тоже это пробный, скажем так, его, в принципе, тоже можно удалить здесь, вот ни подписчиков, никого нет, да, вот, то же самое, творческая студия, и там дальше, как вот я показывала первый раз, и опять-таки можно перейти на свой основной аккаунт, нажимаете, и подтверждаете, да, мой канал нажимаете еще, и все, вы оказываетесь в своем основном. Так вот вы можете проверить вообще, сколько у вас открыто вот YouTube каналов, да, и нужны ли они вам. Если вам это видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А с вами была Марина Майорова. До новых роликов, пока!